Продвижение отечественного бренда Made in Azerbaijan – одна из первостепенных задач, поставленных президентом Ильхамом Алиевым перед Министерством экономики. По поручению главы государства составляется список зарубежных торговых сетей, где будет представлена продукция под брендом «Сделано в Азербайджане». Специальные стеллажи под брендом Made in Azerbaijan предложено поставить в аэропортах таких городов, как Стамбул, Москва, Франкфурт, Дубай, а также в известных сетях российских магазинов. В отделах азербайджанской продукции будут широко представлены вина, варенье, мед, ковры, килогаи и многое другое. Составление списка торговых сетей, где появятся стеллажи под брендом «Сделано в Азербайджане» – только часть маркетинговой деятельности по продвижению отечественной продукции. Согласно указу президента, местные компании получат сертификаты и патенты в зарубежных странах в связи с экспортом. Вместе с тем, Министерство экономики продолжает работу по созданию в стране новых промышленных зон. Новые парки предприятий могут появиться еще в двух азербайджанских городах. Работы по изучению возможностей создания промышленных зон в городах Гянджа и Акстафа завершатся в течение 3 месяцев. Министерство также изучает возможности создания промышленных зон и в других районах. Параллельно продолжается развитие Сумгаитского химико-промышленного парка. Прокладываются автомобильные дороги, линии электропередач, строится профессиональный учебный центр. А также ведется работа по привлечению новых резидентов. Министр сообщил, что до конца текущего года начнут работу предприятия резидентов Балаханского промышленного парка и завершатся работы по созданию соответствующей инфраструктуры. Продолжатся работы и по организации деятельности Мингичевирского промышленного парка, который будет специализироваться на легкой промышленности. В Перлахинском промышленном парке будет создано фармацевтическое предприятие, где на начальном этапе планируется выпускать свыше 100 наименований лекарственных препаратов. А в Нефчалинском промышленном квартале идут работы по созданию Азербайджана-иранского автомобильного завода. Роза Абрамова, CBC.